Коллеги, приветствую вас на канале CatCode. Сегодня мы поговорим про Composer, про раздел Scripts. На ролик меня вдохновил недавний апдейт репозитория Laravel скелета, где Тейлор добавил новый скрипт dev, который запускает сразу ряд команд, после которых можно сразу приступить к разработке. Вот мы видим скрипт, видим dev и, соответственно, те команды, которые будут у нас запускаться. Но давайте начнем с проблемы, а решение попробуем найти на примере Moonshine. Возвращаемся в код. Пока что не смотрим на Composer. И давайте представим, мы с вами локально работаем, нам необходимо периодически запускать тесты, код стайл фиксер, скажем, ректор в dry run и так далее. Приходится держать в голове подобные команды, vendor, bin, скажем, пусть будет pest. И далее дополнительно необходимые нам опции. Что это у нас, скажем, параллельные тесты, при первой неудаче они должны завершиться. Плюс, скажем, если уже тесты мы провели, нам нужно запустить повторно только те, которые зафейлились. На примере того же теста я каждый раз пытаюсь написать опцию fail, на самом деле это retry и так далее. Иногда команды с большой простыней, даже вот мы видим в том же самом композере, здесь не так мало опций, а в некоторых случаях их гораздо больше. И как раз на помощь приходят композер скрипты. Они идеально подходят и в локальной разработке, их можно использовать и на уровне CI. И плюс здесь можно объединять несколько команд. Как раз более интересный пример. В Moonshine мы используем пакет Orchestra, чтобы сразу тестировать вместе с Laravel. Но периодически с этим пакетом есть проблемы, так как он накатывает версию Laravel в вендоре. И если вдруг что-то не так происходит в процессе, то есть иногда тесты проходят уже после того, как Laravel накатан, но когда мы запускаем тесты в первый раз, когда только application создается, бывает возникают проблемы. Поэтому я создал команду test с еще не созданным Laravel application, где я удаляю vendor от Chester, дальше через Composer install его заново устанавливаю и после уже запускаю тесты. Такое держать в голове крайне не хочется, поэтому просто в секцию scripts мы добавляем готовые шаблоны, готовые алиасы с перечнем команд. И в последующем мы просто переходим в командную строку и пишем Composer. И далее тот алиас, который мы указали, скажем, test fresh. И все. Весь набор команд будет выполняться. Держать в голове полный путь до определенного инструмента и тем более все необходимые опции не требуется. Очень удобная возможность, и она идеально подходит для рубрики «Для тех, кто не знал». Если вы об этом не знали, пользуйтесь на здоровье. Надеюсь, я сделаю вашу разработку этим советом приятнее. А на этом все, друзья. Как всегда, говорю вам спасибо за просмотр. Жму руку за ваш лайк и комментарий. И увидимся с вами, как обычно, в следующем ролике на канале CatCode.